До конца ноября в Твери установят 2500 секций дорожных ограждений на улицах, где в этом году будет проведен ремонт дорожного полотна. Но, как показывает практика, подрядчики устанавливают их недолго, думая, повышают ли они безопасность или наоборот – большой вопрос. Вот, например, это ограждение установили в микрорайоне Мамулино на пересечении улиц Оснобрюкской и Дружинной. Вопрос, как теперь людям переходить проезжую часть, если пешеходный переход забаррикадировали? Жители попали в западню. У них было два варианта. Либо перелезать через забор, либо идти до следующего перехода, который находится не так уж и близко. Напомним, пешеходное ограждение на этом перекрестке установили в рамках обеспечения безопасности школьного маршрута, по которому дети будут ходить в новое учебное заведение. Так в чем же тогда заключается безопасность? После этого казуса на место выехали сотрудники дорожного надзора отдела ГИБДД по Твери. После их вмешательства рабочие забор на участке, где расположен пешеходный переход, демонтировали. Горе-работники или горе-подрядчик, который ставит задачу. Благо, что по итогу проблема решена и пешеходы из западни освобождены.